Хозяина этой торговой точки внеплановой проверкой не испугать. На витрине можно увидеть только муляжи. Доступа к пиротехническим изделиям у покупателей нет. Техника пожарной безопасности соблюдена. Немаловажным является и факт, что весь товар прошел обязательную сертификацию. Вот сертификаты на различные продукции. Продавцы магазина не только отпускают товар, но и объясняют, как правильно использовать приобретенный фейерверк. Покупатель может увидеть предлагаемую продукцию, но только на экране телевизора. Мы, согласно инструкции по применению, обязательно всем доводим до сведения непосредственно, как ими работать, что возможно, какие значит, последствия, если их неправильно применять. В этом магазине около 50 видов фейерверков на любой вкус и цвет. Но продавцы не смогли похвастаться безупречными условиями хранения продукции. Электрические лампочки без специальных колпаков, да и правила соблюдения противопожарной безопасности были нарушены. Собственнику грозит серьезное наказание. За нарушение правил противопожарного режима мы привлекаем к административной ответственности. Юридические лица, штрафные санкции 150-200 тысяч, должностные от 6 до 15 тысяч. Сотрудники МЧС начали проверку магазинов пиротехнической продукции еще в конце ноября. В трех торговых точках были выявлены нарушения. В отношении руководителей заведены дела об административной ответственности. 31 декабря проверки не закончатся. Они будут продолжаться все новогодние праздники. Ольга Родина, Михаил Жилкин, «Липецкое время».